Отвечаем. Отвечаем. Было решение судьи, решение управы на защиту. Понятно, то, что на заседании поступили 35 свидетелей со стороны обвинения. А куда мне? Ответ у них был, не знаю. Алексей Навальный, а также предприниматель Петр Офицеров, обвиняется в хищении имущества компании «Киа Плюс», конкретно 10 лет тюрьмы. Судебное заседание было объявлено перерыв до 2 июля и планируется заседать каждый день, отметил судья. Тем временем, покупать ТТшки. Мэр Москвы стали известны результаты интернет-голосования по всем четким консорциям. За Навального голосовало 21 голос, это больше половины. Таким образом, выбрано единым кандидатом. Можно подписаться на выбор мэра. Да, там не сильно. Там Карина будет пострадать.